распаковать вот такую пандочку. Кстати, вы на канале Пупу-Пиду. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Так, ну что, Ева, вот такая классная панда пришла тебе от ABTOYS.RU, да? Здоровская. Сейчас мы будем ее распаковывать. Посмотрим, что она умеет, что у нее есть, что идет в комплекте. Расскажем ребятам, да? Да. Здорово, давай, начинаем распаковывать. Так, ну что, вот мы открыли нашу классную, такую замечательную коалу. Давай проверим, что она умеет делать. Там у нее наверняка есть какая-то кнопочка, которая ее включает, да? Да. Так, переводим ее в верхнее положение. Вот так вот кушает наша коала. Смотри, как прикольно. Вообще, у нее и ротик шевелится, да? Угу. Так, куда... покушала коала. Так, а куда, интересно, девается вся еда, которая она ест? А я, кажется, кое-что нашла. Ага, вот она, куда у нее девается вся эта еда, да? У нас, смотри, в комплекте еще есть для нее лакомства всякие. Давай посмотрим, что там есть у нас. Давай. Так. Вот такая 5 целых штучек вот таких у нас еды. Это, наверное, какая-то кора. А это морковка. Морковка. А это был бамбук у нас. Давай еще покорми нашу замечательную коалку такую. Угу. Давай, что она у нас будет кушать? Морковку. Так. Слушай, прикольно. Так, хорошо, смотри, я еще здесь прочитал, что с этой куалой можно общаться. Можно что-нибудь ей сказать или хлопнуть в ладоши. И она будет как-то на это реагировать. Давай попробуй, сейчас она доест только сначала, не мешай ей. Давай хлопни, попробуй в ладоши этого головы. Вот сейчас. Прикольно, здорово. Так, что еще? Покормить можно нашего зверюху нашу. Покормить. Да, ты ее уже покормила. Где у нее еда находится, тоже мы уже нашли. Вот такая веселая у нас куала. Еще прикольно у нее, видишь, такие волосики, из которых можно самой делать какие-то косички или какие-то прикольные прически, потому что эти волосики, они специального материала такие, которые держат форму. Да? Угу. Ты что там удаляешь еду? Здорово. Видишь, как Коале нашей нравится, она смеется. Мне нравится, что у нее классно сделана вот эта часть, где находится ротик. Она очень из мягкого пластика, видимо, или из резины. И когда она кушает, у нее прям вот вся эта мимика, весь ротик, все двигается, шевелится. Это очень классно смотрится, да? Угу. Ты что там, соединяешься? Да. Это похоже на шоколад. На шоколадку. Может, это шоколад? Вообще? А, наверное, это шоколадка. У нас же куала сладкоежка, правильно? Да. Вот, наверное, она шоколад тоже любит и кушает. Потрясите вашего манчкинс, и он захихикает. Я уже потрясла. Ну-ка. Хихикает, точно. Так, а если повернуть нашего манчкинс вниз головой, вы услышите мультяшный звук. Вот он, прикольно. Здорово. А попробуй что-нибудь сказать ему прям, вот сказать громко ему. Видишь, он на голос тоже реагирует, потому что у него в верхней части головы находится маленький микрофончик, который реагирует. Ты слышишь меня? Слышит он тебя. Здорово. Так, Ева, тут еще написано, что ему можно нажать на носик, и он тоже будет какие-то звуки говорить. Это он так нюхает еду. Видишь, если ему прислонить листочек к носику, то он будет так нюхать еду. По-моему, ему очень нравится эта еда. Сейчас ем. Наша паночка не успевает есть. Ева ей всю новую и новую еду дает. Она уже, наверное, сытая. Видишь, уже даже не лезет ей. И ножки двигаются. Угу. А, здорово, посмотри. То есть она может и стоять у нас, получается, и сидеть. Угу. Но смех у нее очень заразительный, Ев. Сейчас, смотрите. Она так пьет, по-моему. Слушай, ну ест она вообще прикольно, мне очень нравится. Посмотри, как она аппетитно живет, аж сам проголодался. Супер! Я так понимаю, что вот эти все, на всю вот эту еду можно хранить у нее вот там вот животики сзади хранить, чтобы не потерять, да? Угу. Здорово. Вот здесь вот. Открывается?
Да. Здесь еда. Здесь еда. А сверху в головке у нее находятся батарейки. Угу. Здорово. Бум! Ребята, мне эта игрушка очень сильно понравилась. Если вы хотите такую же игрушку, то заходите куда? На сайт abitoys.ru. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Да, друзья, ссылочка на эту игрушку будет в описании. Заходите на сайт, заказывайте. Ну и не забывайте про нас, ставьте лайки. Да.